Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшний обзор посвящен матрасу Micro Novelty Giga GS1. Это одноместный матрас, поставляется он в небольшой картонной коробке, внутри которой находится вот такой вот пакет с защелкой, пакет влагонепроницаемый, весьма прочный, и хочу заметить, что скорее всего я буду пользоваться им в дальнейшем при транспортировке данного матраса. В пакете расположено краткое руководство пользователя на английском языке. Оно достаточно иллюстрированное и все понятно. И кабель USB Type-C. Для чего он нужен, я чуть-чуть позже расскажу. Также имеется одна запасная, точнее одна заплатка для матраса. То есть мы сами можем его отремонтировать в случае необходимости. Сейчас давайте перейдем непосредственно к самому матрасу. Поставляется он вот в такой вот упаковочки, такой чехол транспортировочный. В сложенном виде он занимает немного места, вполне поместится в рюкзаке. Удобен, скажем так, при транспортировке. Ну, плюс имеется лямка, которая позволяет саму сумочку носить на плече. Еще раз хочу повторить, это одноместный матрас. Блок управления. Здесь у нас находится кнопка включения. Да-да, здесь есть моторчик, который накачивает матрас. Также здесь у нас воздушный клапан, который необходимо открывать, когда мы будем накатывать воздух в матрас. И за резиновой заглушкой у нас стандартный USB разъем и микро-USB для подзарядки аккумуляторной батареи, которая находится внутри матраса. Рядом находится клапан-заглушка, который можно использовать для того, чтобы накатывать давление внутри матраса при помощи насоса, либо для того, чтобы спускать воздух из матраса. Собственно говоря, эта часть традиционна для всех надувных матрасов. И вот мы можем открутить заглушку и полностью спустить воздух при необходимости. Вообще, что хочется сказать, качество изготовления данного матраса находится на очень высоком уровне. В принципе, если мы посмотрим на него чуть поближе, на самом матрасе нанесены его основные технические характеристики, если так можно сказать, его основные свойства. Итак, сейчас давайте мы с вами надуем данный матрас, и пока он будет надуваться, мы сделаем замеры по времени, сколько потребуется устройство для того, чтобы накатать данный матрас. Ну и я расскажу о его основных технических характеристиках, о его свойствах. В первую очередь хочу обратить внимание на то, что матрас надувается достаточно тихо. Мы сейчас находимся в небольшом помещении, и сказать, что уровень звука доставляет дискомфорт, это, конечно же, будет неправильно. Итак, что касается характеристик матраса. Емкость аккумуляторной батареи 2600 мАч. Время полной зарядки до 4 часов. Устройство способно надуть до 30 раз данный матрас. В надутом состоянии 180 на 70 на 50 сантиметров, допустимая масса 150 кг. Время надувания матраса, заявленное производителем, составляет 100 секунд. Собственно, мы это проверим чуть-чуть попозже. Также хочу обратить внимание на то, что в матрасе имеется порт USB. Для чего он нужен? Для того, чтобы мы могли заряжать наш смартфон, наше мобильное устройство непосредственно от аккумуляторной батареи, которая находится внутри матраса. Зарядка на 15,5 Вт. Ну, собственно говоря, матрас надулся. Минута 0,5, но это еще не до конца он надулся, поэтому закрываем клапан, даем мотору немножечко поработать, и у нас минута 12. Это 72 секунды. Ну, будем говорить так, это меньше, чем обещал производитель. На 30 секунд меньше. Это реально круто. Матрас весьма оригинальный по дизайну. Давайте мы на него сейчас посмотрим поближе. Его масса составляет 1,1 килограмма. Он имеет такую лекальную форму. Клапан, чтобы сдуть воздух. Выглядит он стильно. Лежать на нем очень и очень удобно. Ну, собственно, давайте мы сейчас и посмотрим, как, насколько удобно на нем лежать. Представляем, что мы где-то на природе, берем кабель для зарядки смартфона, подключаем его в разъем
USB. Подключаем мобильный телефон. И пошла зарядка. Собственно говоря, какие впечатления от данного матраса? Отличный матрас, качественный, отличный материал, удобный. Возможность заряжать мобильный телефон однозначно радует. К покупке его можно рекомендовать. На этом всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.